Сейчас, ребята, у нас есть там ревели горы, Мияги and the Panda. Давай, погнали. Let's go. Самарай. Тут душу греет водный, не молодец бодрый, я ведь тут будет недовольный, у любого небес кондры. Люд гордый, я расковыряю критику твою минором, и банер придут ловить во все. This one, I need the lyrics, man. I want to. It's like he's telling us a story. Так и спалят базу, а кто осмелится? Чьи звезды пролиты во время зазря? Сияет свиток из синтетики, вокруг борьба. В моем городе дербанит на куски, а то одна музыка. Ребята, я не знаю, пиши, пиши в комментарии. Эй, ай, там ревели горе, мама. Эй, ай, там ревели горе, мама. Эй, ай, это очень трогательно. Эй, ай, там ревели горе, мама. Сердце болит. Эй, ай. My heart. AI. Bongo clap. I like this. I'm feeling this. Like this. And the melody is just there. It's like. Вообще, честно, ребята, что такое? Что такое? Где? Тио, where did Andy Panda and Miyagi go write this song? Where did they go and write this song? Did they go and write it in the mountains or wilderness? In Zion or meditation or what did they say? Короче, не знаю, ребята, пожалуйста, пишите в комментарии лирики. Ну, 100%. Или вообще о чем они говорят, потому что 100%. Я чувствую, что это то, что очень... Трогательный, короче. Я чуть плакать. Не плакай, бро, пожалуйста. Не буду, тебе жалко здесь, я не могу. Мужик, настоящий мужик. Besides the lyrics, the... The melody is mad. The melody, yeah. It's crazy, yeah? It's mad, it's sick. You know, I really just feel like he was taking us on a journey. Like, I was with him, bruv. And I was with him in the journey. Definitely, I think he went to some mountain up there. And then, like, I just picture thunderstorms. You know, just the thunderstorms, like yeah, Zeus himself. They should like invite you for like that. Imagine the thunder. And that shit was mad. Was nice. So let's go. Короче, пожалуйста, скажите о чем песня, и мы короче ждем.